Ну что ж, друзья, третий конкурсный день областного фестиваля «Студенческая весна-2013». Кстати, этот год объявлен годом экологии в России. Давайте же пройдем и посмотрим, что там происходит. Подожди. Бэджик-то есть у тебя? Нет, да, кто нас пустит? Проверь. Да, проверил на себе. Сейчас пойдем. Вот мы в драматическом театре. Дан третий звонок. Два года мы с Дмитрием наблюдали за фестивалем из зрительного зала. И только этой весной мы примерили на себя роль репортеров и артистов. А сейчас мы узнаем истории тех людей, которые проверили студ весну на себе. Расскажи, как ты попала на студенческую весну? Студенческая весна – это очень творческий конкурс, и попасть туда просто нельзя. Вот, поэтому я решила принять здесь участие. Что ты делаешь? Я читаю стихотворение, художественное слово. А можешь танцевать? Да легко. А мы можем. Давай. Эх, яблочко, да, на тарелочке, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Вот мы наблюдаем, как ребята готовятся к выступлению. Все пропитано волнением и в то же время радостью. А наш оператор пропитан атмосферой настолько, что он даже танцует во время съемки. Ну что поделать, это областная студвесна, друзья. Скажи, что ты делаешь на студвесне? Я танцую. А ты можешь проверить на себе, как будто ты битбоксер и сделать сейчас битбокс? О, ну можно попробовать. Давай. Студенческая весна настолько уматывает, что ты прячешься от всех и спишь без подушки. Вы во всех сферах можете работать? Я думаю, что нет. Мы достаточно узкие специалисты, вот чисто в хореографии. Планета трудится, эй, человек трудится, эй, если ты очень чего-то хочешь, то все получится, эй! Расскажи свою историю с весны. Ну, история у меня очень длинная. Начинал я вот с такого возраста и дорос вот до Германа. Так что я счастлив и чего желаю вам всем. А теперь правду расскажи. Что ты проверял на себе перед тем, как выйти на сцену студенческой весны? Мандраж я проверял на себе. В конце хотелось бы сказать, неважно кто ты, актер или певец, оператор или корреспондент, важно то, что ты можешь попробовать себя в любой роли на студенческой весне.